Выступление участников как от той, так и от другой школы. И теперь самое время узнать, кто же из них стал лучшим. Из этих номинаций. Ну, конечно же. Давайте их поскорее пригласим на эту сцену. Их будет, конечно, очень много, но я думаю, мы все здесь где-то поместимся. Уважаемые ансамбли. Выходите к нам, а мы сегодня представляем слово нашему многоуважаемому жюри. Пожалуйста. Ну что, ребятки, еще раз вам спасибо огромное за такое фееричное шоу, да, можно сказать, заключение. Значит, что касается стаккато. Стаккато, мне кажется, очень ушли много в движение, в синхрон. Это вас прям отвлекало, да, что-то сделать не так, либо еще что-то, немножко грязно получилось. Хотя, в принципе, в целом, возможно, такой вариант, да. Песни такие, опять-таки, заезженные, известные достаточно, да? Хотелось бы, наверное, что-нибудь поинтереснее, да? Я вам ставлю 8. Что касается дом музыки, здесь вы мне прям очень понравились. Здесь вы действительно раскачали, здесь было достаточно гармонично, да? Сравнивая ваше предыдущее, да, выступление, скажем, конечно, есть разница, да. Молодцы в целом. Вот что мне здесь понравилось, и присутствовал синхрон, но он таки гармонично не отвлекал вас, да, как от вокала, так от хореографии той же самой, да. Поэтому я вам ставлю 10. Молодцы, ребята. А я хочу напомнить, что сегодня тема. Мировой хит, Марат. Вы все жалуетесь. А, какие заезженные песни. Мировой хит, ребята. Мировой хит. То, что мы работаем на корпоратах, и эти хиты по 500 раз поем, это наши проблемы. Ребята молодцы. Наши небольшие регалии позволили нам здесь сегодня сидеть в жюри. Мы этому очень рады, и мы все видим, что вы долгое время готовились. И классно, что сегодня получился такой праздник. Я какое-то уже общее слово, по-моему, конечное говорю. Девчонки, второй номер мне понравился больше, он более слаженный, более такой яркий. Девочки, мое сердце зажгли чуть больше. Но все вы все равно молодцы. Песни две зажигательные, одинаковые по энергетике, похожие. Тяжело как-то судить. Думаю, за что зацепиться. Дом музыканта 10 баллов. Стаккато 9 баллов. Спасибо. Спасибо вам. Забываю третий раз уже отметить группу поддержки стаккато, которая огненно, просто молодцы. Это же всегда чувствуется на сцене. Это дорогого стоит. Прям очень-очень приятно наблюдать поддержку. Оба номера крутые, но, честно, первый номер был какой-то немножко, как мне показалось, не до конца, то ли отрепетированный, то ли волнение сказалось. Я не знаю, вы красотки, вы отлично все выглядите, круто поете. Вы должны быть просто настолько уверены в себе, вот каждую секунду, ошиблись, не ошиблись. Чувствовалось, что, ну, блин, как-то что-то вот не получается, как будто бы не хватило, да, немножко. Но в целом визуально и по звучанию все было здорово. Спасибо вам огромное. Что касается дома музыканта, был какой-то косяк там в самом начале. Но для меня лично он был скрашен появлением дерзкой особы в белой шапке, которая, ну, просто вообще в себе не сомневается ни разу. Просто вот молодая кровь выбежала, и просто такая дерзость, это надо позавидовать. Отсыпь, пожалуйста, это я уже старею.
В общем, мои оценки следующие. Стаккато 8, Дом музыканта 9. Спасибо. Спасибо. Начнем с стаккато. Вы когда вышли, вот реально визуально все смотритесь, танцуете. Я знаю, что петь, танцевать сложно. Очень сложно. Ну, чего-то не хватало. Еще такая песня все время развивается там. Я думал, сейчас какой-то взрыв будет там. Плюс мне хотелось бы, конечно, там еще каких-то вокальных, там, типа терций, квинт, которых я не услышал. Хотя можно было в этой песне разложить в каких-то местах. Моя оценка все равно будет таким. Я поставлю 9 баллов, потому что вы мне визуально понравились. А это тоже важно. Вот. Значит, Дом музыки. Все круто, реально. Отжиг такой. Я могу сказать, что рэп прямо спасло ситуацию, потому что я уже хотел баллы меньше. Мы вышли так раз, что-то. Все прикольно, но такое одно очень важное замечание, которое я не поставил, вот именно 10 из-за этого. Бэки, значит, по эту терцию и квинту, да, они громче основного вокала, нет, он, точнее, вот основная мелодичная линия идет вокальная, я его не слышу, а слышу терцию, ну, точнее, второй голос слышу. А так не должно быть, если даже вы видите, что у вас микрофон громче, пойте подальше, чтобы главное было основная мелодичная линия. Поэтому тоже 9 баллов. Спасибо, вы крутые, да. Спасибо. Спасибо вам, ну и теперь, друзья, немножечко приятной статистики. Давайте же узнаем итоговые результаты в этой номинации. Окей, итак, ансамбль «Наши прекрасные соул-сестры» из школы «Стаккато» 34 балла. И «Наши прекрасные подруги» 38 баллов. Дом музыканта 38. Прекрасные подруги оказываются чуть-чуть повыше, но тем не менее, как у нас это заведено, ваши аплодисменты достаются абсолютно всем. Номинации подошли к концу, а это значит, что вы, дорогие болельщики, должны сейчас вспомнить о тех билетиках входных, на которых указаны логотипы школ. Отрывайте смело и отдавайте нашим девушкам, которые будут к вам подходить в течение 2-3 минут.